Это вот у нас деревня Калошина, Калининский район, Аввакумовское сельское поселение. Вот такой мост у нас. Машинам невозможно ездить. Приходится машину оставлять за мостом. Опасно ходить. Приезжает школьный автобус за детьми. Также, естественно, останавливается за мостом. Видимо, привозили какие-то тяжелые стройматериалы. Вот, разбросаны по мосту. И, видимо, вот кто-то провалился, потому что даже вот куст воткнули в эту дыру огромную. Вот, показываю далее. Также вот, то и гляди, вот наступишь, вот наступаешь, и оно все продавливается. Вот, можно ногой пролететь туда. Вот так же дыры здесь. То есть это все временно. Вот, вот, вот прям нога проваливается. Вот так вот мы живем. Администрация не хочет приезжать ремонтировать нам мост.